Первые посетители говорят, открытие многофункционального центра в районе ждали давно. До этого за получением справок адлерцам приходилось ездить в центр Сочи. Теперь далеко ходить не придется. Инна Киселева – активная общественница, она квартальная уполномоченная и представляет интересы жильцов в органах местной власти. Решила первой оценить возможности нового МФЦ. Удобство. Ну, красота, порядок, эстетика, я уже не говорю. Удобство. Вот. Помогают девушки. Быстренько отвечают на вопросы, которые задают. Многофункциональными центрами теперь оснащены все районы курорта. В Центральном, Хостинском и Лазаревском эти учреждения начали работать раньше. Хостинский МФЦ даже признан лучшим в край, а Адлерский, хоть и четвертый по счету, но первый на юге России, который полностью соответствует новым единым требованиям к центрам «Мои документы», разработанным Министерством экономического развития страны. Как отметил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Саурин, остальные МФЦ региона также будут приведены к единому стандарту. Для нас крайне важно было создать оптимальный стандарт предоставления услуг. Надо сказать, что он не один, и мы постепенно развиваем его и в Анапе, и в Новороссийске, и вот теперь в Сочи. К концу года мы общий стандарт внедрим по всем многофункциональным центрам. Вице-губернатор и глава Сочи осмотрели все помещения нового центра. Для удобства посетителей в новом здании 2 зала ожидания, 31 окно приема документов и 2 окна консультирования. Адлерский многофункциональный центр может предоставлять горожанам свыше 200 государственных и муниципальных услуг. Открытие 4-го МФЦ – это серьезное событие. По большому счету, это уже финиш по строительству и открытию многофункциональных центров. И, естественно, это значительное улучшение обслуживания наших горожан услугами федеральными, услугами муниципальными и краевыми. И, конечно, это еще один шаг к тому, чтобы бороться с коррупцией, чтобы не было контакта между чиновником и нашими горожанами. По словам сотрудников МФЦ, действует новая система обслуживания посетителей. Клиенты центра будут ждать своей очереди не более 15 минут. Специфика этого центра такова, что здесь здание под размещение МФЦ изначально планировалось именно под размещение МФЦ, то есть это не реконструированное, не перестраиваемое здание. Соответственно, залы ожидания, зоны приема документов, зоны консультирования, они изначально в плане строились, соответственно, все для удобства. Время приема в новом МФЦ сделали максимально удобным для работающих горожан. Центр работает с 9 утра до 8 часов вечера. Выходной только один – воскресенье. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.